все, кто купил квартиры, это все увидели меня через YouTube, им понравилась концепция, идея, и таким образом купили квартиру. Понимаешь? То есть вот все так, как бы через YouTube произошло. Что касается новых клиентов, я же думал как раз, что будут агентства недвижимости, они на местах, там будут какие-то делать семинары, презентации. Но видишь, какая проблема с этими агентствами, какие они все сложные. Они не то чтобы сложные, у них свой рынок, у них свои клиенты, они жуют свою кашу. Ну вот как-то же они продают Черногорию, Турцию каким-то образом. Они продают то, что люди спрашивают. Ну значит, просто Америку не спрашивают, потому что они не знают, понимаешь? Они думают, что люди вообще думают, что квартиры в Майами стоят очень дорого, что они стоят там какие-то миллионы. Вот. А видишь, квартиру можно купить за 100 тысяч долларов реально. Может быть, сосредоточиться просто на вот конкретном покупке целиком квартиры, даже не краудфандинг, а целиком квартиры. Как-то так сделать. Оксан, давай сделаем так, давай возьмем паузу пару дней, ты еще помысли, да, какие-то идеи, да, вот, какие у тебя они будут, да, и я тоже подумаю еще. Видишь, не знал, что я с этими агентствами, я рассчитывал, что все получится. Получается, что тупик у нас с агентствами. Мы можем, конечно, копать эту яму и дальше. Не-не, я согласен с тобой. Даже вот это агентство, которое подписало договор Санкт-Петербурга, вот, ну, вроде задает грамотные вопросы, все, но он не может продукт принести на местном рынке. Не может. Я вижу, что он не может. Может, нам искать не агентство, а просто вот, как у нас есть франчайзеры, а искать просто представителей, частных лиц, активных людей, которые могут это хотя бы в своем регионе там разрекламировать, там, в своих там, в группах, а ты бы их курировала, может так и... Ну, это те, знаешь, которые там, не знаю, профессиональные продавцы, там, даже какой-нибудь косметики, там, Мэри Кей, да, которые могут, или там, Цептер, я помню, была такая посуда, не знаю. Эти люди, они умудрялись там продать все, которые там в Цептере работали. Вот. Продажники, где их еще найти, теперь вторая проблема, понимаешь, их же надо. Так они, мы-то не против платить, мы ж не против им платить. Вопрос... Показать, что оно есть, что оно реально, что оно на самом деле, что, ну, хорошо, ты вот это, допустим, там, ты нашел инвестора, да, там, вот инвестор, он подписал с нами договор, ты с этого инвестора получил, там, не знаю, процент, полтора, два, два, с половиной, ну, вот... Оксан, давай так, сделаем паузу на пару дней, да, я подумаю, может быть... Поменяем концепцию. Я очень тебе благодарен, что ты позвонила, и мы с тобой так поговорили активно. Давай пару дней делаем паузу и встречаемся через пару дней опять в Вайбере. Хорошо? Все, добро, угу. Подожди, пару дней. У тебя день только начался, у меня уже закончился. Ну, давай, вот, давай послезавтра. Не завтра, а послезавтра созвонимся. 2 марта. Хорошо. Хорошо, Оксан. Спасибо. Давай, пока.